поближе. Цветы тоже должны быть большие, солнышко нет, они пока стесняются, не распускаются. Ириски сзади. Очиток. Не едкий, правда, я не помню. Не знаю, как он называется. Но красивый он весной всегда бывает. Ярко-ярко-желтым. У нас жара. И лучше всего, когда земля все-таки покрыта какими-то растениями. Какими-нибудь растениями, потому что очень жарко, земля трескается. Без почвопокровных у нас в Ростове никак нельзя.